Видеообзор на iPhone SE 2020 года. Крышка слегка царапанная. На экране тоже мелкие царапины. Имеется в комплекте коробочка самого красного цвета. 64 гига. Подключен к Wi-Fi, подключен к зарядному устройству. Стоит сим-карта. Все прекрасно функционирует. Идет в комплекте только коробка, ничего больше. Звук в порядке. Трутон имеется. Экран не мененный. SE 64 гига. Блокировки сим-карты нет. Свободный доступ у него. Отпечаток полностью работает. Аккумулятор, да, 76%. А вы на ремонт возьмете телефон? Подождите, ремонта нет. А, есть? Нет ремонта. Так, смотрим камеру. Он полностью сброшен к заводским. Требует какие-то разрешения на камеру. Полностью рабочий. Звук проверили, проверим связь. Так, еще раз звоним. Звука было мало, прибавили. Также датчик приближения работает. Оба микрофона рабочие, полностью функционирует, имеется только только коробочка без провода, состояние хорошее, имеются царапины.